«Страшный суд» – один из самых известных триптихов Иеронима Босха. Выполнен он по заказу наместника Нидерландов Филиппа Красивого – Габсбурга, хотя размеры указанного в документе произведения отличаются от размеров венского триптиха. Возможно, это авторская копия с него. Триптих является самым большим из уцелевших произведений Босха. Суммарно три его панели имеют размеры 468 см на 247. Картина появилась не ранее 1482 года, о чем свидетельствует дендрохронологический анализ панелей, на которых она выполнена. Но многие называют более точную дату – 1504 год. В 1659 году картина уже принадлежала австрийскому эрцгерцогу Леопольду Вильгельму. В его каталоге она значилась как полотно художника по имени Иеронима Босх. В конце 17 века уже графу Ламберг Шпиценштайну он подарил ее Академии изобразительных искусств в Вене. До 17 века картину не раз подмалевывали, так что часть оригинальных красок, скорее всего, утрачена. Считается, что сюжет не нуждается в пояснениях. На картине символически и различным образом показаны все смертные грехи, а также кара за них, преисподня. Современники Босха полагали, что художник воочию видел всех этих дьявольских созданий, а затем точно изобразил их. Ни один художник ни до, ни после Босха не мог воплощать нечто неведомое в столь выразительные фантастические образы. Также на картине довольно много эротической символики. На левой боковой створке изображен земной рай, куда Босх помещает падших ангелов. На центральной панели показаны последние часы перед страшным судом. И уже справа ад с адски мучающимися грешниками. На внешних створках в технике гризаль изображены фигуры святого Якова Великого и святого Бавона. Внизу под изображениями святых оставлены места для гербов заказчиков, но самих гербов нет. Левая створка – рай. Три сцены, изображенные Босхом на левой створке, иллюстрируют части 2 и 3 книги Бытия. Сотворение Евы из ребра Адама, искушение первых людей змеем и изгнание их из рая. Дело происходит в цветущем райском саду. Показано сотворение Евы, а потом уже сцена искушения первых людей. Потом злой Херувим с огненным мечом изгоняет их из Эдема. Одновременно происходит низвержение восставших ангелов, которые по пути с неба на землю превращаются в демонов. Всяка манию на земле, как известно, и по сей день дожидается страшного суда. Сам Бог, как обычно, взирает на все это откуда-то свысока. Центральная часть. А вот и судный день с вострубившими ангелами, явлением Христа судьи на радуге, в сиянии славы, в окружении апостолов и других ответственных лиц, а также Богоматерь, просящая за грешное человечество. Все это вверху картины, а внизу ужасы судного дня. Полный бардак и адский беспредел.
на картинах Боска «Грешники в аду» часто представлены пронзенными стрелами, копьями или ножами, что соответствует библейскому тексту пророчества Исаии о натянутых луках и заостренных стрелах, которыми будут поражены грешники в день страшного суда. Нож, клинок, лезвие традиционно являются носителями сексуальных ассоциаций. Но в целом, кажется, Бог был согласен с Иоанном и его откровениями. Если сравнивать судный день, центральная панель, и сам ад, правая створка, можно отметить, что в аду как-то полегче, хоть и потемнее. А вот и долгожданный ад. Здесь также наличествует характерная для Босха образность, хотя общее впечатление несколько неопределенное. Тем не менее, в деталях художник и тут проявляет удивительную фантазию. В аду за разные грехи предусмотрены различные наказания. Гневливых подвешивают на крюках, будто мясные туши. Убийц поджаривают на сковороде, скупцов запекают в очаге. И всем этим с явным удовольствием занимаются чудовищные дьяволицы. В центре сатана потребляет души грешников. Горизонты, понятное дело, полыхают.
Левая внешняя створка – святой Яков Великий. Апостол Яков изображен на фоне угрюмого, внушающего беспокойство пейзажа. В кустах творятся мелкие бесчинства, на дереве, вдали на скале. Вроде как кто-то повесился. Иуда, вероятно. Яков выглядит испуганным, в лице его явно читается стремление смыться от всего этого подальше. Правая внешняя створка – святой Бавон. Бавон – нидерландский святой. Он изображен в некоем интерьере. То ли часть храма с сирыми, нищими, убогими, то ли богадельня. Бавон торжественно дарует всем этим бомжам какую-то мелочь из довольно-таки внушительного кошелька. На левой руке его сидит ястреб.